Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Вот что я сказал, эту фразу, это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это время сложное использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся, будет очень тяжело. Поэтому вот поэтому нельзя расслабляться. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед. Недавно я пригласил руководство правительства, Национального банка. Поставлена железная задача. Все, что у нас есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на этих рынках. Вот и вся реформа, дорогие мои. Не до жиру сейчас. Мы очень монтированы в международные производственные цепочки. Мы экспортоориентированная страна. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это. Пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное.